верхний, есть нижний. Лучше арманьяки с барменьяк, когда приставочка есть барменьяк. Нижний арманьяк. О, арманьяк. Так, ага, вижу, да. 20-летний. 20-летний, да, арманьячок. Ну, вчера выпили, долбанули там. Да, мы-то выпили какой арманьяк? Мы вчера пили 36-го года арманьяк, я вчера допил. Муссолини пришел к власти. Да, в то время, когда Муссолини пришел к власти, этот коньяк только родился, да, представляешь? Кто-то грабу пил, а кто-то и арманьяк. Что я вчера вообще пил, я не понимаю. Ну, меня... Конечно, открыты какие-то чаи принести, да. На кухне принеси какие-нибудь открытые. Андрей, под арманьяк, правильно? Надеюсь, с этого пил арманьяк? Да нет, я арманьяк пил вот из такой штуки. А не потому что виски вот с этого. Арманьяковская, вот да? Арманьяк. Вот. Ага, да. Понятно. Век живи, век учись. Сколько чаев принести? Вот. А принеси, как... Да, и мы... Потрясающий самовар. Да, все 200-летние. И реставрированные. На 50-летие я куплю себе такой и напишу на нем. Старинный. А вот эта штучка вот, смотри. Это называется бульетка. Что из нее делают? Раньше у нас помещики любили стрелять, помните, да? В охоте. Ну это было дело, и да. И то, на охоте. Холодно. Я делаю так. И чувак на подносе, поднос вот здесь стоит. На подносе приносит. А тут... Уголек. А, уголек и греет, да. Спиртовочка. То есть вы поняли, вот, смотри, вот это... Это оригинальная вещь, тут дно есть. Да. Ага, вот. Он наливает. Кипяточек. То есть смотри, блин, он приносит. Я сам делаю, он мне приносит, я держу ручку. Я пью. Бульон. Бульетка. Бульетка это называется чай горячий. Вот здесь уже чай, либо кофе. Заваренные уже, я все. Я думала, что там бульон. Да, это бульон. Это называлось по-нашему бульетка. Здесь даже написано, что, кто. Потом говорю, пшел вот. И дальше стреляю в усы. Не так пшел. Ну ладно. Давайте читаю. Что это год, кстати, Влад? Это можно посвятить. Я свечу. Все. Андрюха, а где утюг? 1905 года. Ну просто это хлам. Это не это. Хлам? Ну вот не пишут, да, слава. Вот не пишут, да. Вот есть. Но это оригинально. Ну, скорее всего, это 812.